«Куда уходит любовь?» – спросила маленькое счастье у своего отца. «Она умирает», – ответил отец. «Люди, сынок, не берегут то, что имеют. Просто не умеют любить». Маленькое счастье задумалось. «Вот вырасту большим и стану помогать людям». Шли годы. Счастье подросло и стало большим. Оно помнило о своем обещании и изо всех сил старалось помогать людям. Но люди не слышали его. И постепенно счастье из большого стало превращаться в маленькое и чахлое. Очень оно испугалось, как бы совсем не исчезнуть, и отправилась в дальний путь, чтобы найти лекарство от своего недуга. Долго ли, коротко ли шло счастье, не встречая никого на своем пути, только стало ему совсем плохо. И остановилось оно отдохнуть, выбрало раскидистое дерево и прилегло. Только задремала, как услышала приближающиеся шаги. Открыла счастье глаза и видит. Идет по лесу дряхлая старуха, вся в лохмотьях, босая и с посохом. Кинулось счастье к ней. «Присаживайтесь, вы, наверное, устали. Вам нужно отдохнуть и подкрепиться». У старухи подкосились ноги, и она буквально рухнула в траву. Немного отдохнув, странница поведала счастью свою историю. «Обидно, когда тебя считают такой дряхлой. А ведь я так еще молода, и зовут меня Любовь». «Так это вы, Любовь?» – поразилась счастье. «Но мне говорили, что любовь – это самое прекрасное из того, что есть на свете». Любовь внимательно взглянула на него и спросила: «А тебя как зовут?» «Счастье». «Вот как? Мне тоже говорили, что счастье должно быть прекрасным». И с этими словами она достала из своих лохмотьев зеркало. Счастье, взглянув на свое отражение, громко заплакало. Любовь подсела к нему и нежно обняла рукой. «Что же с нами сделали эти злые люди и судьба?» – всхлипывало счастье. «Ничего», – говорила Любовь. «Если мы будем вместе и станем заботиться друг о друге, то мы быстро станем молодыми и прекрасными». И вот под тем раскидистым деревом любовь и счастье заключили свой союз, никогда не разлучаться. С тех пор, если из чьей-то жизни уходит любовь, вместе с ней уходит и счастье. Порознь их не бывает. А люди до сих пор понять этого не могут.